детка, конфетка. Беги со мной, беги со мной. Бьется в теле каждая клетка. Стекла, 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 стекла. Беги со мной, беги со мной. Бьется по груди алая змея. Кто тебя обидел, может, это был не я. А сегодня снова Агата Кристи. Михаил Афанасьевич Булгаков. Собачье сердце. Спасибо, кончено. Прощай, Москва. Не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетария, ни Краковской. Иду в рай за собачьих. Долгое терпение, братцы живодеры. За что же вы меня? За что же вы меня? За что? Я второму акту поеду. Никому не удастся. И не спрашивайте. Я 5 лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал? Уму непостижимо. И спрашивается, зачем? Чтобы один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам шариковый, ешьте его. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно? Филипп Филиппович... Нет, не ведь... спорьте, пожалуйста.
Не возражаете, Иван Ильич? Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Ну, а практически что? Кто теперь перед нами? Кто? Исключительный прохвост. Но кто он? Да гадяра проклятый лампу раскокал, а я стал и подлеза за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу. Господи Иисусе, помилуй нас грешных. Хам и свинья. Да. Я убью его. Мама, помогите! Что там такое? Ну, я-то замужем была, мне все равно, а Зина, невинная девушка, хорошо, что я проснулась. Дарья Петровна, извините, пожалуйста. Дарья, дело молодое. С империалистическими хищниками. Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Я пришел один, я пришел с войны. Я лишился сил и загнал коня. Поцелуй меня и обними, и не гадай о том. Я тебя люблю за то, что я люблю тебя. Я тебя люблю за то, что ты не любишь меня. Ну-ну-ну-ну. Надо перетерпеть. Вы еще так молоды. Шариков! Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Человек с собачьим сердцем. Нет, 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 не клевещите на пса. Коты это временно, уверяю вас. Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе.
Спасибо! До свидания! Спасибо, кончено. Прощай, Москва. Не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетариев, ни краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодёры, за что же вы меня? За что же вы меня? Так свезло мне, так свезло, просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ее небесное, старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть. Братцы-живодеры, за что?